Так, у нас доклад в Zoom. Кунитаке Садакацу. И если все готово, мы сейчас передадим ему слово. Окей. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы можете слышать? Да, мы вас слышим. Хорошо. Спасибо за предоставление мне возможность выступить на этой замечательной конференции. Извините, мой плохой по-русски. Пожалуйста, переводите таргат, будет переводить на хороший русский. В этом конференции я предоставляю раскопки Белок-Бастау-Булак. Я покажу слайд. Последние несколько лет сибирный теншан очень многие новые находки у нас. Например, сами известные памятники Чокан Вариханова и Май Брак. Кроме этого, профессор Озер Риджев, он Капар, Стоянкар Рахат. И три лет назад я и коллега Казну с Бекситов и Оспаноха мы нашли копали и Кузрас Дуба. И это 10 лет назад Кыргыз Шаргинов Темирлан, профессор Темирлан, он копал стоянка Крама. И в этом конференции я буду представлять Белок-Бастау-Булак здесь. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 стоянки у нас ранее первый приорит. Очень интересный, все памятники возраст 35 и 40. 30 тысяч и 40 тысяч лет назад. Очень интересный, похоже на возраст. Белок-Бастау-Булак экспедиции с казахстанской стороны руководители главный научный сотрудник Национального музея, академик, доктор исторических наук, профессор Таймагамбетов Чакен, а я японский Кунитаке Садакац. Впервые нами обнаружено стратифирование стоянка Белхуны Павловичские Брямя Белок-Бастау-Булак. Это находится в Каратаусском районе Джамбурской области. Это памятник находится у Радоника. Много Радоник есть. Мы нашли этот памятник в 2017 году, и потом 2 года, в 2018 году и 2019 году мы копали нижние места. Так. Мы нашли второй культурный слой, мы нашли. Первый культурный слой, сейчас я, это слайд, первый культурный слой, Бирфинный культурный слой, относится к периоду на конец палеолита и начало галоцена. Нуклеус микропластини и красный охара и кость много есть. И второй культурный слой, нижний культурный слой, это относится к периоду палеолита около 30 тысяч лет назад ОСЛ. Это первый культурный слой, нуклеус дриапластин, микропластини. И
Второй кратерный слой – это относится к палеолиту, 30 тысяч лет назад, нуклеус для микропластин. А нет, нуклеус, бледрет, пластинки, маленькие пластинки. Пожалуйста, посмотрите, это первый кратерный слой. Кроме этого, очень маленький скребок и скребра. Это тоже верхний кратерный слой. И нижний кратерный слой, средний размер пластины, и скребок, и нуклеус для пластины. В 2019 году мы копали высокие места. Это 2017 году и 2018 году. И в 2019 году мы копали высокие места. И 2 метра по поверхности мы нашли кострища, очень ясные. Это разрежен. И мы взяли обзабрец угорь и почвы. Уже мы получили 17 тысяч лет назад около. Поэтому это каменное оружие. Поэтому первый культурный слой, верхний культурный слой, начало палеолита. Посмотрите, это retouched microblade. И очень хороший слой. И уже очень многие возраст, например, извините, это японский язык. Например, посмотрите, это Кузурас Дуба, и Чокан Бариханова, и Белок Бастер Бурак, это Кыргыз Крама, и это Узбекистан Кулибрак. Кузурас Дуба и Чокан Бариханова, Белок Бастер Бурак, это Казахстан. Казахстанская памятник. И уже хорошие знали западные и средние Азии, например, Кыргыз, Узбекистан, Таджикистан. Возраст 30 тысяч лет назад до 35 тысяч лет назад. Самые известные стоянка Узбекистан Кулибрак, 2.1 слой, и это все микропластины, а не бледрет, маленький бледрет, маленькие пластинки. И Кыргызстан Крама тоже одной. И в Казахстане Майбрак тоже очень похожа. Поэтому уже хорошие знали Кулибракия. Это относится к 35 и 30 тысяч лет назад. У них очень многие микропластины. Но в Казахстане, кроме микропластины, у них есть так средний размер пластинки. Это блейд продакшн, средний размер пластинки, Кузурас Дуба, Чокан Бариханова и Белок Бастер Бурак, очень многие. Но маленькие пластинки, блейд продакшн, очень мало в Кузурас Дуба, Чокан Бариханова и Белок Бастер Бурак. Но я думаю, в Западной и Средней Азии и в 35 и
30 тысяч лет назад ранние первые приоритеты индустрии, у них есть общие маленькие пластинки и средний размер пластинки. Многие стоянки и ранние первые приоритеты периода 40 и 30 тысяч лет назад сейчас нашли в северный Тяньшан. И, по сожалению, не только маленькие пластинки, но в Казахстане вообще средние пластинки и микропластинки вообще есть. Я думаю, в средней речной трассе виду маленьких рек в северном Тяньшан, горы. Я думаю, в будущем еще много нашли стоянки 40 и 30 тысяч лет назад памятники. Спасибо за внимание. Нам надо еще копать в блокбастер Брак и Кузрас-2 с казахстанскими коллегами. Спасибо. Домо, аригато, сагатадзу-сан. Большое спасибо за доклад.